Так, всем добрый вечер, потому что у меня сейчас вечер. Работает стиральная машинка. Я собрался уже в Киев. Сейчас у меня в 11 часов поезд. В общем, собрал чемоданы, взяв с собой ноут, ну, чтобы заниматься там. Буду до четверга в Киеве, еду до Гарика и Кері. Чуть там погуляю в Киеве. Не знаю даже, что я буду делать, но в любом случае мы договорились, что мы будем делать пешие походы. Пешие прогулки будем делать, то есть гулять будем. Больше, наверное, в Броварах. Не знаю, скорее всего, больше в Броварах, но, может, на один день поедем в Киев. Так, сейчас покажу чемодан, который я собрал. Запустил машинку, машинка стирается, собрал чемодан. Почему беру чемодан? Чемодан и ноут. Потому что в прошлый раз, когда я брал обычную сумку, все вещи мнутся в ней. А чемодан хорошо, я ничего такого не взял. Взял два спортивных костюма, пару футболок, трусы, носки. Уги и вот такие кроссовки. Все, больше ничего не брал. Знаю, что в Киеве снег, поэтому возьму еще шапку, рукавицы, в принципе, и все. И этого мне будет достаточно. Все, уже в поезде. Едем в Гарику и Кері. Я не один, кстати, со мной. Женщина приятная очень. Так, всем доброе утро. Уже приехал в Киев. Хочу показать вот эту красоту. Гарик накрыл на стол, как всегда. Все разогрел и говорит, мы решили, чтобы ты нарушил диету. Я, конечно, Гарик, говорю тебе огромное спасибо. Но я диету не смогу нарушить, поэтому ждем 10 часов. Да, но я творог не буду есть. Но вот эта курочка, это очень классно. Гляньте, как он все сделал. Три помидорки. А, это креветки. С авокадо. Типа коктейль. Это курица. А это с чем курица? Какая? Вот это фаршированные ножки грибами и перцем. Ух ты! А вот котлеты творожные с креветками. Это вот эти котлеты? Нет, вон котлеты. Можешь котлеты. Да. Это рыба красная, а это... А это то, что ты делал, курица фаршированная с чем-то, да? Да. И рыба, а это... Это все палтус, а это палтус, но он у меня развалился. Ничего. Его, видно, надо чуть-чуть. И творожок, ничего, как красиво. Я зим, боже, я грамм 300-350 с удовольствием мяса зим. И котлету попробую, и салат зим. Только жалко, я ж вам говорил, не делайте. А, не... а вы думали, что я всем утра сяду, сейчас споим, да? И спать ляжу. Да. Не-не-не-не. У вас все так чисто. У меня хорошая диета. Я ем просто вот такое все диетическое, но ем когда хочу. Ну ты, Гарик, похудел. Ну, слава Богу. Оно видно, да, Кери? Да. Ушло. Надо еще. Мне еще худеть и худеть. Самое сложное это вечер. У Гарика скорее перестановка, видите, они диван убрали. Вы окна мыли, да? Что-то я не пойму, что такое? Что, 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 что стало просторнее. А, из-за того, наверное, что дивана нету, да, оно как-то по-другому все смотрится, да. Ну, диван вернется, только в другом цвете. Вот это новое вы купили? Диван вернется в другом цвете. Кофе послабее сделать чуть-чуть. Угу. Это грильница классная, молодец, Гарик. Это классная штука. Гарик, вместо Кери посуду мою мечту. Почему вместо Кери? Ну да, Кери тоже посуду мою. Боже, так пахнет рыбой. Я не знаю, как я дождусь до 10-ї години. Гарик. Сейчас иду, Кери. Я только достану кое-что с чемодана. В общем, я в этот раз ничего не купляв. Гарик із Кері. Гарик сказав приїхати. Гоша, ну ж, ой, Гоша, кажу, Арчі, ти мені лапу даєш? Подожди, злізь з мого чемодана. Подожди. Вот. Я купив тільки кофе. Ой, от. Кстати, очень классное кофе. Nero Cafe в Magic Coffee продається. Я його сам п'ю, воно мені очень нравится. Арчі, та злізь ти з чемодана. Ты поедешь в Днепр зі мною. Поедешь в Дніпро. И Гарику бутылку. Все. Все, Арчі, тобі нема нічого. Ага, Арчі. Чокнутий. Ти що делаешь? Не дає прохода. Арчі. Гарик, скорі. Все здесь поменяли. Смотрите, как красиво свечи здесь горят.
Тут свечи включены, они все на пульту. Вообще. Красиво. Сейчас одену трусы. А, ты уточняй, что ты Гоша одеваешь, потому что ты сказала, сейчас одену трусы, потом напишут, что ты была без трусов. Гарічок, це тобі ром. Великий да. Дякую. Кирі, це тобі кофе. Ух ти. Я от це кофе п'ю, да. Кожному свій напіток. Надо перевести кофе. Кожному свій напіток. Спасибо огромное. Капітан Морган очень хороший ром. Да. Мы сейчас в 6 утра его выпьем. І мені купила. Гляньте, що мені Кирі подарила. Клас. Возьму себе і дівчинку, є ще дівчинка. Ух ти. Это ж ручная работа, да? Это ж уже понаписывают, скажут, что и так, короче, мы дети. Красивые. С головой не в порядке. Спасибо, я такое люблю, я машину себе положу. Я говорю, что ж не придумали сразу? Она когда-нибудь себе берут какие-то ниточки, делают и вешают. Тебе нельзя, Арчи. Ну, он сейчас только подумает, что это игрушка заберут. Не, Арчи, нельзя, зайчика нельзя трогать. Вроде ничего такого нет, но они такие... Зайчик... А там только зайчики были, Кэрри. Только зайчики были. Ну это же просто говорилась эта тема, поэтому она да. И решила зайчики. Спасибо, Кэрри. Я говорю, зайчики, она говорит, да, думаю, надо брать. Ну классный, спасибо большое. Но это не белорусский, это украинский зайчик. Ну я вижу, да. Видите, какой Гарик Андретан. Мы едем на новую почту посылку забирать. Сколько снега в броварах. А Гарик уже сел в машину? Нет. А чего? Боже, мы просто едем. Гляньте, какой лед. Снега очень много в броварах. Конечно, в Киеве не так много снега. А нас вообще снега нету в Днепре. Так а хватит, что вы там, что вы грузите там? Мы разгружаем наоборот. Осторожно. Я хочу Гарика Андретан показать, гляньте, как вырядился. Это мы едем на новую почту, тут буквально 10 я минут ехать. Я ничего не Коля, как расскажет. Так что? А это что, кастрюля новая? Это я маме своей купил. Хорошо. Теперь обратно двери открывай. Мы хотим поставить все это домой, потому что мы сейчас едем на новую почту. Николай там привез нам шкафы. А хочу вам показать вот еще. Вот видите, у Гарика, если там вот в конце магнолия я дарил, вот у него уже листья опали, а у меня еще нет. Дорожку уже замело. Там дальше вообще красотень такая, сосновый лес. Шмульки. Кэрри нас везе на нову почту. Николай нам шкафы принес, сказал, говорит, освобождайте багажник, говорит, потому что, говорит, вам шкаф с Днепра приехал. Да, я тебе шкаф в спальню купаю. Говорит, с Днепра, поэтому еще шкаф будет. Боже, как мне нравится качество, ну прям просто, я не знаю, я балдею. По сравнению с айфоном, вот ты потом посмотришь на видео, как Samsung передает сейчас цвета, это просто вот я прям... Я сразу заметил разницу, когда папа на день рождения. То есть да. Совершенно другая разница. Так, мы уже забрали посылки. Гарик уже разогревает еду, потому что все уже остыло, пока мы были на новой почте. Гляньте, какая красота вообще. Малинка. А ты в авокадо сюда давал соль, перец, да, и масло? Ну да, заправлено. Лимон. У меня уже прям желудок хочет есть, он прям уже, знаешь, просит меня. Это рыбка, курица, котлеты. Естественно, потому что Николай последний раз кушал. Ну я в 2 часа вчера, да, но я просто привык, что я утром просыпаюсь, и в 10 часов у меня завтрак. Молодец, сила воли, конечно. Карина, пожалуйста, давай. Ну я ж надеюсь, что вы будете со мной есть, а не дивиться, как я ем. Гарічок, а что тебе еще давать? А, вот котлетки еще есть. А рыба палтус.
Да, давай палтус разогревать. Подставочка. О, боже. Ой, какая тарелка красивая. Это нам кума Оля привезла из Германии буквально пару месяцев. Красивая, боже. Оле огромный привет. Это ж Оля, которой мы были вместе, да? Да, да. Да. Оля и Игорь, это наша кума. Красивая тарелка. Сюда можно фрукты выкладывать. Да. Красивая. Я помню, да, мне они понравились, хорошие люди. Смотрите, на Арчибальду, она возвышилась. Он тоже есть-то хочет. Арчи, он реально греется об отеле там. Он у нас мерзляк. А можно мне попросить великую тарелку? Да, конечно. А ты хочешь сразу всю большую тарелку? Ну да, что я буду маленький цикаться. Так я себе положу в одну тарелку и съем все зараз. Та какую-то любую тарелочку. А это чистенькая тарелка, это можно назад ей. Ну да. Да, Кэрри, давай. А что так посмотрел? Не такая симпатичная. Дай, пожалуйста. Ой, ну прямо. А, что? Гарик, ты будешь кофе? Алло, кофе? Кофе. Нет, я буду его споловать. Ты будешь кофе? Ты, ну, да. Давай, да. Давай два кофе сделаем. Пожалуйста. Два кофе сделаем. Я буду его споловать. Хорошо. Памперсі. Гоша, він на їду дивиться. Ну, так, Гошик, Гошик, красавчик. Якийсь такий красивий. Який тебе памперс красивий. О, а там, виходить, тут внизу одноразовий ти заставляєш, да, или как? Нет, стирать надо. Это многоразовый. А на сколько хватает от этого? На день? А, и оно впитывает, да? А потом ты просто стираешь. Мисоко. Мисоко. Так, Гоша. Не конкурируй с Арчибальдом. Или конкурируй, или старость. Ну, одну из... Или конкуренция, или старость. Кивкари красивые красные носочки. Нет, кстати, классный, там был еще пушок, Кэрри пушок убрала. Да? Ангорку. Жалко, конечно, что Гарик все разогревает, потому что хотелось... Я понимаю, что Гарик наготовил, он думал, что... Да, успокойся, все нормально. Ну, извините, просто... Еще много съедобно все. Все съедобно, я на все дивлюсь, все съедобно, да, Арчи? А ты хочешь с тарелкой там? Да, давай, Кэрри. Подожди, тут уже что-то... А ты сюда ставь, прямо мне посередине. Подожди, тут была какая-то цифра. Там все нормально. Взвешивать еду будем. Щось тут нулів не бачу. А, тут щось недобре. On, off, а отак. Тут не вибрать каждый килограм. О, есть, да, нулі. Прекрасно. Сейчас будем взвешивать еду. Так, стол уже накрыт. Гарик все уже разогрел. Гарик, как ты делаешь свою тарелку? Давай я тебе научу делать тарелку. У меня нулі. Чего ты начинаешь сразу с креветки и с этого? Сначала надо мясо нам. Гарик, бери мясо. Что это за весы? 4 грамма мне меньше будет. Сейчас я еще раз включу, выключу. 2 грама, ти що? 2 грама, це можна ще 2 листка салата поставити. О, нулі, давайте. О, так, давай з м'яса. Гаріка, ти, де, чого ти собі не це? Став м'ясо, що це креветку? Я так хочу, авокадо. Одну котлетку. Що тут в котлетці, Гарік? Куриця, творог і креветка. І більше нічого. А, і зелень. Креветка. А ну, скільки одна котлета важить, інтересно. Менше беремо. 40 грамм. Прекрасно. Ну, а как ты ее расцениваешь? Не как же мясо? Тут и творог. Не, ну понятно, что есть творог, но я ж не могу забить, к примеру, в программу и написать там, что тут творог это. Ну, хай будет. Тут ничего такого страшного нема. Мне кажется, ее даже расценивают больше как творог, потому что мясо там чуть-чуть. Да. Я вот с этих, что ты сделал, ты не обижайся, но я косточку сниму. Можно? Конечно. Такая, надо ее кушать, не надо. Гарик, а что ты не берешь? Это с брынзой. Кэрри, а ты что?
А вот это нет, подожди, ну так мы уже все съели, завтракаем. Косточка слишком много, сейчас кость сниму. Вот, забей, вот возьми, забей, сколько, 100 грамм, чи 50 грамм рома. Да, какой 50, вот, там 30 грамм. Вот забей в угле, интересно, 50 грамм рома, сколько ну, это калорий? 50, я грамм 30, наверное. Ну 30, вот забей в угле 30 грамм рома. Надо сколько будет в 100 граммах калорий, тогда можно... Вот смотрите, у меня 347 грамм мяса, вот я попробую чуть-чуть палтуса рыбки белой. Вот Гарик сделал курицу фаршированную. Вот. И сейчас сюда добавлю помидоры, и прекрасно. И вот такой вот у меня будет сытный завтрак.